Здравствуйте, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в игру под названием City Skylines. Наш город преодолел отметку в 24 тысячи жителей. У нас появилась возможность ставить солнечную электростанцию, но она, в принципе, не нужна. У нас с электроэнергией пока и так все в порядке, но если что, мы обязательно куда-нибудь поставим ее, может быть, сюда даже, а может быть, куда-нибудь еще. Я тут немножко тоже райончик переделал, добавил здесь съезд еще дополнительный в этот район, расширил сам район, перенес солнечную башню в эту сторону, здесь сделал побольше съездов. Ну, чтобы, в общем-то, было удобно нашим товарищам добираться сюда и выбираться из этого района, в принципе, беспрепятственно. И тут тоже лишних пробок бы не собиралось. Поставил здесь еще один центр переработки отходов, но все равно пока проблемки тут есть небольшие. Но это ничего, скоро сюда машины доедут, я больше чем уверен, вот они сюда, скорее всего, и едут. Ну, поскольку, как я уже говорил ранее, да, они могут хоть отсюда выехать и поехать вот сюда, поэтому нужно чуть подождать просто. По факту у нас с мусором вроде бы все нормально. Да, у нас в зеленой области держится, максимальный объем переработки гораздо больше, чем производство отходов, поэтому... С этим все в порядке, просто нужно ждать, пока они именно доедут до сюда. Ну ладненько. Райончик тоже, в принципе, этот плотно застроился. Тут уже даже места нету, куда бы еще воткнуть какие-либо места под застройку жилых или там каких-нибудь других районов, скажем так, да. Сегодня, я думаю, мы с вами начнем потихонечку осваивать вот этот район, поскольку, правда, конечно, будет очень удобным, то, что у нас здесь... Получается, половина развязки-то отрезана, да, я бы хотел все-таки, чтобы этот квадрат тоже был в нашем распоряжении, но, к сожалению, он будет доступен только на отметке 36 тысяч жителей, поэтому еще не так скоро. Но здесь мы с вами застроим плотненько все-таки, поэтому быстрее наберем. Также будем осваивать эту часть района, здесь у нас, конечно, сплошные леса с вами, мы их не будем нарушать, так что, ребят, ну, не надо писать там стройку промышленности и так далее, нет, и мы здесь будем, у меня план на город есть определенный, здесь такая, собственно, местность, как я уже 500 тысяч раз вам говорил, да, что ну, не нужно это рушить, не нужно экосистему здесь полностью расхреначивать, вот здесь так местечки есть, где можно застроиться, там и будем застраиваться, а по возможности лес будем сохранять, ну, конечно, придется кое-где его прорядить, так скажем, да, немножко, но не везде. Здесь мы основательно, конечно, застроим, я думаю, вокруг этой развязки. Но, опять же, будет сложновато начать, поскольку обрезан нам у нас пока немножечко. Но ладно, как получится, в общем-то, начнем делать. Там, глядишь, подкорректируем. В этой серии, ребята, я бы хотел еще тоже дать вам возможность назвать один райончик. Ну, вернее, уже в следующей серии, получается. А вы в комментариях мне к этой серии напишите. Называть мы будем район жилой в этот раз, Pearl Park. Вот у нас есть район, он не очень большой, такого вот он плана сделан. Да, это, в принципе, наш первый район в этом городе. Поэтому, я думаю, давайте назовем именно его в этот раз. Pearl Park, ребятки, что от вас требуется? Как всегда, естественно, указать в комментариях название самого района. Можете выбрать, допустим, себе здесь, ну, какое-то здание коммерческое, либо жилое, без разницы, назвать его. Одно, естественно, тоже. Напишите об этом в комментариях, и я переназову также. Здесь у нас есть станция метро, которая никак не названа. Для нее тоже напишите в комментарии название. То есть в одном комментарии, ребят, указывайте первое название района, второе название какого-либо здания в этом районе и название станции метро, вот этого конкретно. В этом районе я, соответственно, при помощи, как всегда, рандомайзера подберу комментарий, и в следующей серии тогда мы с вами все это дело переназовем. Ну что ж, ладненько, давайте, я думаю, приступим к застройке потихонечку здесь. Общая картина у меня, конечно, вырисовывается в голове, как я хочу видеть этот район, но пока сложно, опять же, понять. Будем потихоньку начинать застраивать, а там уже видно будет. Я думаю, мы возьмем с вами четырехполосную дорогу. Так, ну, примерно центр получается у нас здесь все-таки, да, как-то... Примерно, хотя если здесь круг брать. Так, круг брать, то вам, конечно, надо как-то и побольше делать. И немножко он смещен у нас получается будет, да? Вот тут, опять же, я говорю, сложность заключается в том именно, что у нас здесь не до конца район открытый, тяжеловато будет построить. Ну ладно, сейчас мы что-нибудь придумаем с вами. Так, ну я нарисовал круг и хочу при помощи мувита немножко его подвинуть, попробовать, насколько это возможно будет. Так, сейчас я постараюсь тут. Нет, наверное, придется по элементу все равно выделять. Вот таким вот образом. Это, конечно, будет сложновато. Но попробуем. Я хочу просто, знаете, круг сюда передвинуть и примерить примерно, где нам нужно дороги. Дорогу такую будет построить, потому что... Ну, мы, конечно, подвинем, но там сейчас будет полная вакханалия твориться. Во-первых, потому что часть дороги не нам принадлежит. Так. Все, я могу тебя... О, господи. Это кракозябра, нет, надо заново, надо все вообще прям целиком выделять, и будет нормально. Где-нибудь есть у нас, блин, с площади-то нет нормальной, пустой, не хочу просто вместе с деревьями двигать. Ладненько, сейчас попробуем еще раз сделать. Короче говоря, давайте круг 3 на 3, ну, как 3 на 3, вернее, 3 вот так вот возьмем, 3 клеточки, да. Получается, вот сюда,
Так, дальше 3 делаем. Оп. Сюда. Так, 3 дальше сюда, сюда и вот сюда. Все получится у нас круг. Но, блин, тут зараза сейчас деревья зацепит, если буду нормально уделять вот так вот. Тут зацепятся деревья тогда у нас, да? Так, сейчас посмотрим. Оп, сюда. Ну, в принципе-то и ладно. В принципе-то и хрен с этими деревьями. Нам сейчас главное с вами померить немножко, да? Как? Ох, вот все равно видите, что что-то не выделилось. Здесь не захватилось части, поэтому получилась такая хрень. Ладно. Ладно, сейчас тогда на глазик будем с вами все делать нашим любимым способом. Так, я немножечко передумал тут систему по-другому. Будем по дугам так строить. Так, вот 3 на 3 здесь, в принципе, получилось у меня запаять сюда, да, более-менее. Но, а тут будем просто прямо делать под, как бы. В любом случае, нам здесь нужно будет делать дороги под основной эстакадой этой, потому что тут хрен одни построишь, что-то так вон, сколько всего наворотили интересного разного, да, поэтому... Мы думаем, будем так. Здесь можно даже было круг побольше сделать, допустим, 4 на 4. И здесь внутри уже тогда можно было бы ответвление сделать, я думаю, да, и здесь тоже застроить, вот. Вот так, я думаю, будет нормально. Давайте попробуем еще тогда дугу побольше сделать, как она будет смотреться. Так, это мы 3 на 3 сделали. Давайте 1, 2, 3, 4. Так, 4 на... 1, 2, 3 на 4. Мне кажется, она немножко получше, да, зайдет сюда, чем 3 на 3. А дальше уже внутри мы сможем маленькие радиусы делать или просто дороги там какие-нибудь сделаем. Нам главное, чтобы один радиус был, как бы отсекал другие районы, скажем так. Так, давайте попробуем опять сейчас выделить вот так вот сюда. Не забываем про все точки выделять, иначе опять хрень получится. Не подвинется как нам нужно. Так, ну вроде все, уже забрали, да? Давайте подвинем его. Так. Да, я думаю, радиус побольше можно сделать. Можно явно побольше тут оставить. А вот этот мелкий удалить. Так, давайте мелкий удалим. 3 на 3, 4 на 4 тогда сделаем. Все-таки здесь эстакада достаточно обширная, поэтому... И больше радиус, мне кажется, будет как-то лучше смотреться здесь. Так, давайте двигаем куда-нибудь сюда его, да? Двигаем. Ну, конечно, круг не получится полноценный, потому что эстакада не совсем как бы крестом идет, она так со сдвигом, с небольшим. Поэтому будет очень сложно сделать круг именно, тем более, когда у нас часть вообще еще недоступна нам даже. Но мы постараемся что-нибудь сделать. Так, а если мы здесь будем делать сюда, потом сюда вот так, да? Ну, хотя бы что-то более-менее, чтобы тут хотя бы закруглено оно было. Так, ладно, хорошо, дорогу здесь мы с вами оставим. Вот, я думаю, так нормалды будет. Нормалды, и дальше уже здесь внутри можно просто при помощи всех этих привязок, да, скажем так, будет сделать уже гораздо легче все. То есть мы примерно по контуру просто с вами проведем, даже без привязок можно увидеть, как нужно вести, да, и куда нужно вести. Вот такую выберем только сейчас дорогу, давайте. Так, и просто примерно по контуру будем с вами делать. Тогда я думаю, что у нас все с вами получится, как мы с вами, в принципе, и хотели. Так, сюда давай. Ну, чуть-чуть она, конечно, будет кривовато идти, это понятно. Ровно совсем не сделаем. Но вот так уже что-то. Уже что-то. Вот, хорошо. И здесь у нас будет высотные, короче говоря, объясняю, ребят, что я хочу с этим районом сделать. Здесь у нас будет первое кольцо высотных зданий. Это офисы будут у нас. Можно даже еще сюда немножко дорогу сделать будет. Ну, посмотрим, ладно уж с этим. Офисы будут, вернее, сначала магазины будут, потом будут идти офисы высотные и дальше немножечко высотных сооружений, именно жилых. А потом уже будет потихонечку переходить обычно в такой же мелкий район. Вот я как-то так хочу сделать здесь вокруг этой развязки. Мне кажется, это будет вообще очень клево смотреться здесь. Немножко леса оставим тоже, ну, на внутренних частях развязки. Смотри, здесь ничего не построишь, поэтому проблемы с водопроводом, что у нас за проблемы? Ага, уже впритык, да, уже там часть района даже не питается водой у нас, это плохо. Так, а что у нас с бюджетом, давайте посмотрим. С бюджетом у нас тоже все уже. Ладно, время ставить тогда, что у нас есть? Время ставить башни, что же еще? Время ставить башни, давайте. Так, где мы тут продолжали с вами строить их? Здесь, да, ну давайте, оп, поставим, трубой соединим также. Я надеюсь, сейчас нормально все будет с водой. Ну-ка, давай-ка посмотрим, все, с водой зашибись. Так, а вот сливы можно еще добавить, да? Ух, здесь хорошо у нас. Как у нас тут все хорошо сливается. Так, раз. Так, ну все, вот так вот тогда сделаем, давайте. Все отлично, супер, заработало. Да, ребята, я не знаю, почему вы так одержимы прям идеей расширить реку. Зачем? Зачем ее расширять? Зачем увеличивать? Она такая, какая она есть, и это здорово. Это же, ну как бы, это клево, что она так выглядит. Не нужно полноценную нам реку какую-то с непомерными водостоками и берегами. Это не, абсолютно не нужно. Есть в природе такие реки, ребят, есть. Поэтому мы оставим ее такой, какая она есть. Я не хочу увеличивать ее поток.
Так, ладненько, вернемся к нашим баранам тогда, давайте. Все, здесь у нас начало, можно сказать, положено. Будем здесь застраивать, только единственное, что нужно к этому району тоже подвести как-то. Как-то что-то подвести будет, да? Надо решить, где у нас будет эта основная дорога проходить. Так, и дальше, знаете, что я еще хочу сделать? Я возьму еще дорогу тогда, нужно еще кольцо будет сделать. А то еще и не одно, знаете ли. Так, хорошо, давайте тогда вернем привязочку опять же. Вернем привязку, вот, все здесь. Положим начало этому, да? Положим этому начало и привязку этому отключаем. Дальше без привязки будет легче уже гораздо идти. Так, а, обрезалось, надо было чуть подальше взять. Чуть подальше, сейчас возьмем, сейчас все будет нормально у нас, так, давайте. На одну, нет, просто нужно было более-менее прямо делать ее, да? Тогда бы она не обрезалась, правильно ведь? Я понимаю. Не, все равно, мне кажется, обрежется. Да, обрезается, зараза. Потому что дороги широкие идут. Тогда надо все-таки одну клеточку отступать. Еще так. Ну, давайте отступим. Оп, все, здесь возьмем. Давайте. Вот так вот. Ну, ничего страшного, промежуток будет и хорошо, в общем-то, да? Примерно вот так тоже на глазик, соблюдая дистанцию, мы с вами сделаем что-то более-менее ровное. Во, красота. Красота, слушайте. Прям здорово. Здесь, конечно, тоже дороги соединительные сделаем, само собой. Без них не обойдется. Так, сколько у нас будет, получается, 10 ярусов? Раз, два, три. Давайте четвертый еще сделаем. Четвертый последний круг сделаем. Вот. И дальше просто здесь уже обычные дороги будут. Соответственно, и здесь где-нибудь мы развязочку еще дополнительную построим. Как раз, которая будет идти в этот район наш. Вот. Я думаю, так и сделаем. Ну вот, слушайте, а что, вроде более-менее даже смотрится нормально, да? Все вроде более-менее ровненько получилось. Хорошо, хорошо. Возвышения небольшие имеются, но они застроятся, нормально будет. Будет просто прелестно. То есть, понимаете, да, что я хочу сделать? Здесь мы потом сделаем везде подземные проезды и потихонечку также скруглим это все дело. Потихонечку. Конечно, я говорю, идеальный круг не получится, у нас круг, скорее всего, вообще не получится, но что-то типа эллипсоидное такое будет нормально. А что здесь за горка такая? Как будто, знаете, от метро. Ну, не, вроде нормально, тут метро-то у нас нету. Поэтому будет нормально смотреться, здесь такая, и посередине будет развязка охрененная, вот это здоровски. Здоровски. Так, ладно, господа и дамы, давайте-ка мы здесь тогда что делаем с вами? Мы делаем тут соединение, неплохо бы сделать для этой дороги, да? Так, ты уйди, пожалуйста. Неплохо бы здесь соединить. Конечно, тут еще не факт, что... Блин, надо посмотреть, мне кажется, мы слишком далеко это все сделали, да? Туннель-то не поставится здесь нифига. Ладно, это не проблема, это можно здесь просто чуть-чуть будет удалить один кусочек буквально. Буквально по одному кусочку с каждой стороны, если это нужно. Так, а где это нужно? Давайте сразу прочекаем. Так, если я здесь прямо поведу. Прямо если здесь поведу, здесь надо будет? Нет, здесь не нужно будет, смотрите. Раз, сразу делаем, да, заготовочки как бы. Сразу делаем заготовочки. Здесь тоже не надо, смотрите, здорово. Так, оп. По максимуму туда возим, да, давайте здесь посмотрим. Надо, не надо, тоже не надо, отлично. Хорошо. Вот здесь нужно будет. Здесь вообще, я думаю, мы тогда с вами ничего делать не будем вниз, поскольку тут... Подземный у нас проезд есть. Мы здесь просто тут соединим дороги эти. Так, давайте-ка. Давайте-ка. Вот так, да, сделаем просто эти перекрестки такие. Оп, здесь. Все, я думаю, нормалды будет. Я думаю, будет нормальненько. Хорошо, здесь тогда нам надо все-таки чуть отступить будет. Здесь чуть отступить, поскольку, ну, близко получилось. Хотя, с другой стороны, здесь-то можно сделать, попробовать, да? Ну-ка сейчас, ну-ка давайте заценим. Да, здесь хватает, отлично, здесь тогда сделаем, посмотрим, как там, блин, хотя, мне кажется, здесь бессмысленно соединять ее будет. Ладно, пока удалим, тогда тоже сейчас соединим, и посмотрим, главное, чтобы широкие у нас могли уходить под землю везде. Так, здесь нормально, смотрите-ка, здесь нормально, здесь не хватает, здесь потому что близко рукав этот получается, да? Интересно, интересно. Так, ну нет, нет, так-то это что, это не то, что нам нужно. Это совершенно не то, что нам надо. Ладно, сейчас здесь подудалим немножечко тогда кусочек вот эти вот. Давайте. И как тогда поступим? Мы поступим следующим. Прямо-то, конечно, тоже делать не хотелось бы. Давайте. Сейчас все-таки аккуратно попробуем сделать. Так, привязочку убери тогда. Привязочку убери. Вот дальше сюда сделаем. Такого, по идее, места должно хватить. Такого места, по идее, должно хватить. Давайте сейчас. Оп. Посмотрим. Хватит? Да, хватает. Хватает то, что нужно. Так, давайте ровненько сделаем. Все, вот, отлично. И здесь сейчас то же самое. Ну, здесь-то по-любому хватит. Здесь можно сразу прямо, я думаю, делать, да, и просто уводить под... Во. Вот так. Нормалды, нормалды. Нормалды, более чем. Так, и давайте сразу тоже, наверное, здесь соединим. Ну, корявенько будет. Не так прям, как там, конечно. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, абсолютно ничего страшного. Все, вот. Тут у нас, в принципе, райончик такой более-менее готов. И посерединке, я думаю, возьмем еще дорогу, сделаем, да, тоже.
Давайте. Так, даже, возможно, сделаем, знаете, ее широкую. То есть примерно центр где-то, ну, здесь где-то так, да? Я думаю, раз, два, три. Во, вот так сделаем. Вот, отлично, все. Прям то, что доктор прописал. Супер. А теперь что мы? Нам нужно вывести дорогу. Причем, я думаю, знаете, как мы с вами сделаем? У нас будет раз, два, три, раз, два, одна маленькая, да, и три больших дороги. Дальше у нас будет главная дорога отсюда дальше уходить сюда. Сюда, может быть, здесь даже станцию сделаем, куда-нибудь сюда она будет идти. Так, поэтому давайте, я думаю, сюда подведем ее сразу же. Тут потом мост с вами наварганим какой-нибудь. А, да, что там варганить, он сам сделается небольшой такой, да? Нам большой-то не надо, в общем-то. Сделаешься, сделается. Ну, правда, как-то кривенько, косенько. Ладно, я здесь вручную лучше сделаю, потом что-нибудь получше. Сообразим, сюда дорога будет у нас уходить. Вот, и отсюда еще будет... Вот здесь у нас будет развязка, получается, да? Где-то в этой области. Ну, конечно, да, развязка за развязкой. Ну, а что делать? Что делать? Нужно район как-то с вами эти... Крутить-вертеть нам с вами. Хорошо, давайте здесь тогда построим сейчас развязку. Развязочка будет тоже в эту сторону только работать. Сюда нам нафиг она не нужна пока что. Хотя, с другой стороны, знаете, если здесь район будет, лучше сразу делать за делом, что и сюда развязка у нас пойдет. Хорошо, давайте такую и сделаем. Так, ну тут у нас развязок мало, понятное дело. Будем свою сейчас, что-нибудь свое будем лепить. Так, где наши шоссейки? Сейчас здесь подумаю немножко и что-нибудь наварганю. Так, ну что ж, наша развязочка готова с вами. И давайте, я думаю, так, возьмем улицу, вернее, авенюшки, да? И можно будет здесь им соединить. Так, ну тут, в общем-то, придумывать опять же велосипед не будем. Давайте немножечко даже закруглим, я думаю, это дело, да? Ну, прям уже не так, как здесь, конечно, было, но просто чуть-чуть так. Вот таким вот образом здесь присоединим, да? Все, отлично. Так что машины здесь могут попадать сюда, заезжать сюда, сюда. Единственное, что я пока все-таки сделал в одну сторону развязку. Но когда уже дойдем до этих районов, я думаю, здесь, в принципе, можно будет что-нибудь напридумывать такое. Либо просто уже переделаем саму всю развязку. Тут несложно будет как бы это убрать все. Благо, мы тут довольно-таки много места отступили, да, дорогу не будет задевать и строение, соответственно, поэтому просто здесь уберем и переделаем на ту сторону, на эту. Поэтому пока что ставим так. Так, хорошо, давайте здесь сразу соединяем их тогда, да, дороги. В общем-то, как и всегда и везде, так, раз-раз, только единственное, меняем тут привязки. Потому что разворачиваться им тут нафиг не надо. Так, сюда давай и сюда. Странно, что здесь, конечно, показан типа поворот, на самом деле. Ну, видимо, считается это за поворот, окей. Ладно, все, они там разъезжаться нормально будут у нас. Мы тем временем здесь, давайте, что сделаем? Мы сделаем здесь следующее. Ну, строить мы начнем отсюда. Поэтому нам сюда нужны и воду, и все остальное. Так, труба у нас здесь есть, вот она, да, у нас так и будет идти как бы главное. Ага, там пока нас дальше не провести ее, потому что райончик наш заканчивается, да, ну давайте вот сюда так сделаем тогда. И как мы будем поступать, я думаю, просто возьмем отсюда, будем таким образом соединять с этой трубой, но оно так не получится, потому что здесь угол не тот, который нужно, хорошо. Не хочешь так, будем по-другому действовать, просто то же самое все равно берем отсюда, ведем вот так вот, сюда, да, и дальше просто вот так прям соединяем. И нормально, в общем-то. Так, здесь то же самое везде. Так, водичка. Давай, чтобы везде я было. Во, хорошо. Все супер, слушайте. Прям-таки прекрасненько. Так, сюда уводим и то же самое соединяем здесь. Все, с водой здесь проблем не будет. Электричество мы проведем. Ну, отсюда, получается, да, ближайшая точка у нас. Сюда, при помощи, конечно же, наших любимых лэбов. Так. Аккуратненько только сделаем. Все, и там посмотрим уже, где застраиваться будет. Туда дальше и протянем. Ну что ж, выделяем здесь сразу район новый, да? Пока вот такой он будет. Дальше расширим его, конечно же. Так. И здесь, я думаю... Короче говоря, смотрите, как будет у нас. У нас будет следующим образом. То есть, это четверть, да? Допустим, зеленый район, четверть обычный. Четверть зеленый, четверть обычный. Ну, либо наоборот, обычный. Ну, здесь, я думаю, сейчас с зеленого начнем. Посмотрим опять на эти с вами небоскребы зеленые, огромнейшие, да? И все остальное, ну, пускай будет неровненько пока, это, в принципе, вообще не принципиально никак. Это никак не принципиально. Так, Магнолия Дистрикт, ну, тем более Магнолия называется, само собой, он будет зеленый у нас. Давайте, так, что у нас там получается? Натуральные местные продукты, естественно. Дальше, информационные технологии, соответственно, и автономные дома. Все, есть контакт у нас, замечательно. Сюда, конечно, метро проведем, кстати говоря, давайте сразу, может быть, наметим, приметим, куда его здесь вместить, да?
И от какой ветки? Ну, ветка будет никакая, скажем так, да? Ветка будет новая. Ветка будет новая. Либо, конечно, от желтой, блин. Чтобы 10 станций здесь не ставить. Так, у них здесь переходы ближайшие. Ну, у них тут нет переходов. Но, по-моему, они здесь могут перебегать. Просто я думал, может быть, с этой стороны тогда построить, и чтобы они через нее ездили. Либо просто подвести. Ну, тут не так, в принципе, много поездов ходит, да, я думаю. Можно будет отсюда сделать еще, пускай они подходят сюда. Ничего страшного, думаю, в этом не случится. Если уж будет потом столпотворение, тогда можно будет перенести всегда. Так, ну что ж, мы здесь тогда делаем метро с вами. Я думаю, ну, по центру и сделаем, где нам еще его делать, да? Чтобы люди нормально здесь бегали, прыгали, ходили. Так, и сразу давайте туннель сделаем. Туннель у нас пойдет, как у нас там, где, куда нам там соединить-то надо, сюда, да? Так, ну хорошо, минуя все преграды, у нас он тогда будет, я думаю, немножечко здесь вот так заходить, да, и в эту сторону уже давай, оп. О, господи, нет, так не надо, давай вот здесь, не будешь соединяться, все, вот. И к этой части подходить, к этой остановке, вернее. Пока что так сделаем. Новый, естественно. Совершенно абсолютно новый маршрут у нас будет. Так, метро и сюда давайте. Да, сюда будешь. Ну да, сюда, естественно. И обратно. Пока будет так ходить, только все. Пока будет так ходить. Так, электричество здесь, конечно, у тебя нет, я понимаю. Ну, ничего, потерпи. Скоро будет. Так, сразу давайте, знаете что, еще посмотрим маршруты. Так, маршруты метро давайте. Это у нас получается линия 4, да? Линия 4, Магнолия, ЖД-станция, да, получается? Магнолия, ЖД-станция. Все, есть контакт, техника, два поезда, это нормально. Три не надо, давайте два сделаем, потому что три это точно много будет сейчас. Денежек подкорректируем. Сколько там, 50%? Стоп. Оп, 46, вот, все. Зашибись, сделали, отлично, сюда у нас сразу будет ходить. Ой, светофоры потом, конечно же, мы с вами уберем. Итак, как я уже говорил, здесь у нас будет плотная застройка. Тут у нас, получается, с вами будут торговый район, да? Торговые, крупные магазины такие будут здесь у нас, все торговое. Огромное такое, красивое, тоже замечательное. Ну, кстати говоря, насчет торговли здесь она, мне кажется, огромной не будет, если зеленая. Ну, посмотрим, всякое разное там бывает. Дальше у нас здесь идет, получается, офисный райончик. Вот, здесь у нас будут офисы. Это у нас все будет офисы. И дальше у нас уже будет жилье. Крупное, тоже всякое разное. Все, я надеюсь, оно сейчас начнет застраиваться. Да, отлично, пошло, потихоньку поехало. Так, нас интересует с вами электричество, естественно. Пошло строиться где-то здесь. Сейчас сюда подведем тогда, давайте вот так. Пока что сюда, о. Все, электричество у вас есть. Замечательно. Вот, смотрите, сразу небоскреб огромнейший сразу стали строиться, да? Красота. Красота, да и только, что тут сказать. Магазинчики, конечно, мелкие, да, само собой. Эти зеленые мелкие магазинчики, рынки всякие разные и так далее. Но ничего, ничего. Главное, что у нас здесь тоже небоскребы будут. Обалдеть. Я думаю, что это будет клево. Так, и здесь дальше уже будет жилая зона у нас идти. Все, смотрите, сразу спрос упал на все про все. Ну ничего, сейчас мы жилья добавим и будет все нормалды. Вот, и здесь тогда у нас получается жилая зона. Давайте здесь застроим все. Люди тоже, чтобы могли сюда здесь жить, приезжать, да, естественно. Все, вот так хотя бы закрасим. Поскольку сейчас спрос как раз-таки поднимется у нас на это дело. Я надеюсь, они здесь сейчас приедут. Да, потихоньку начинается, ой, даже не потихоньку, очень даже начинается строительство. Это ли не здорово? Это просто замечательно. Просто прекрасно. Все, у нас сейчас район здесь, мне кажется, так скакнет у нас все. И количество жителей, и все остальное. Да? Я думаю, что да. Тем более они будут грейдиться и так далее. Ну, конечно, здесь мы с вами марафетно ведем. Соответственно, поставим все необходимое. Парк, всякие разные развлечения, какие-то достопримечательности, школы и так далее. Все это у нас здесь будет, само собой. Я сейчас просто хочу посмотреть, как оно застроится. Ну да, застраивается, естественно. Но спросы упали, нужно теперь ждать. Теперь ждать. Сейчас люди начнут потихонечку приезжать, устраиваться на работу на новые места, соответственно, да. Все будет просто шикардосно у нас. Все будет у нас просто шикарно здесь. Посмотрите только на эту красоту, а? Какие же огромные небоскребы, просто жесть. Просто жесть. Классно выглядит, здорово. Так, ну здесь, конечно, эти вот магазинчики малюсенькие. Ну ладно, здесь такой лесок получается, поэтому я думаю, что в самый раз как раз-таки то, что надо. Так, лэпы сейчас мы здесь уберем, здесь присоединим, чтобы они там не портили нам вид, да, с вами. Так, давайте-ка.
Ну, здесь сейчас присоединим, тут есть возможность. Оп. Все. Людей, мы смотрим, сами не хватает, но ничего, сейчас, надеюсь, не приедут, и все будет здорово. Тут уже пожар начинается. Так, вот пожар здесь плохо. Они, конечно, я думаю, сейчас доедут откуда-нибудь. Товарищи пожарные по шоссе-то доедут? Ну-ка, давайте посмотрим. Честно говоря, пока не вижу. Пока не вижу, но откуда-нибудь они по-любому. Вот, да, вот тут несутся на всех парах. На всех парах спешат на помощь. Разойдись, пожарные едут. Так, он начал объехать там, ну окей, как скажешь. А, ну, собственно, потому что сюда нужен, да. Все, пожарные подъехали, отлично. Отлично. Не-не, ну здорово, здорово. Здорово, конечно, смотрится. И шоссе-то как-то, знаете, оно такое тоже большое. Мне кажется, гармонично устраивается сюда все это дело. Очень хорошо. Так, ну что, давайте мы здесь тогда посмотрим школы и все прочее, да, все, что требуется от нас, и парки, и так далее, и тому подобное. А, знаете, что еще, естественно, мы здесь с вами тоже добавим жилье. Ну, здесь все будет жилье, я думаю, дальше, практически, в основном. В основном, поэтому здесь закрасим сразу, чтобы они могли здесь застроиться тоже, приехать сюда, да? Так, вот это вот все под жилье отдаем тоже. А, школы, больницы, здесь больницу, думаю, большую можно построить. Ну, она прям совсем огромная, ну и ладно, хорошо. И построим, нам большая нужна как раз таки, да? Здесь, на такой здоровый район. Так, здесь больница будет стоять. Кладбище, крематорий рядом поставим с больницей. Ну или здесь, где-нибудь, давайте здесь. Кладбище тоже нужно им. Кладбище пускай стоит вот здесь. Я думаю, да? Так, ну-ка сейчас здесь дорога, если еще пойдет у нас сюда, то я думаю, чтобы не мешало, куда-то сюда нужно поставить. Вот так, во. Все, кладбище есть, больница есть. Баню, конечно же, тоже сделаем им. Баню пускай тоже будет. Так, вот сюда можете поставить? Давай сюда поставим тебе баню, во. Пускай оздоравливается народ. Пускай у нас они оздоравливаются. Так, вышек здесь тоже поставим везде, я думаю, да? Везде вышки у нас будут. Хотя нет, знаете, ну-ка, здесь все... О, сюда помещается, отлично, слушайте. Здесь пожарная часть помещается, давайте сюда ее поставим ее тогда. Во, отлично, зашибись. И полиция еще, да, у нас? Полицию тоже большую часть поставим сюда, так. Здесь у нас слэп мешается чуть-чуть, да, но ничего, сейчас мы его уберем чуть тогда в другую сторону. Вот здесь просто вот так соединим. Во, хорошо. Все, теперь здесь и полиция, и пожарная, и больница большая есть, и все на свете, кроме школ, конечно же. Так, первым делом здесь появится институт современных технологий, я думаю, поскольку это район зеленый. И его нам нужно поставить, но здесь он не поместится, куда-нибудь к этой дороге главной, да? Пускай он будет здесь тогда, я думаю. Вот так вот. Вот еще дороги тоже разные поставим, вот еще район не весь. Тут у нас будет он и дальше, но уже просто будет не круглый. Так, а тут у нас с водой некоторые проблемы наблюдаются, но сейчас мы это исправим быстренько. Давайте трубу сюда проведем, во. И здесь еще тоже сделаем. Вот таким вот образом. Оп, потихонечку, отлично. Все, институт у нас в нашем городе теперь есть. Люди могут обучаться грамоте и всему остальному. Так, по поводу красоты, что у нас здесь? Что у нас здесь? Давайте что-нибудь выберем. Какую-нибудь достопримечательность, может быть, тоже стоит выбрать. Так. Вот фонтаны красивые, на самом деле, парк хороший. Тут, может быть, напротив института и поставить его, знаете? Как продолжение, типа, да? Пускай будет, да. Мне кажется, нормальный парк такой как раз-таки здесь зайдет очень даже хорошо. Так, ну это что касается достопримечательности, все равно красоты нужно в район еще добавить. Отдыха, вернее, всякого и так далее. Чтобы люди могли здесь расслабляться. Своевременно, скажем так, да? Ну, давайте карусель куда-нибудь поставим. Карусели лучше всего, блин. Карусели лучше всего. Люди у нас очень любят карусели. Так, оп, здесь давайте. И где-нибудь здесь еще, да, давайте тоже поставим. Во, все, сейчас будет здорово все. Пошло дело, отлично. Отлично, теперь у нас... Люди должны быть просто абсолютно довольны. Рабочих по-прежнему не хватает здесь. Но ничего, сейчас люди у нас приедут, и все будет зашибись. И мы будем продолжать в том же духе здесь застраивать район этот во все стороны. Здесь у нас тоже заполнится. Потом купим эти участки здесь, все так же заполним по кругу, здесь пойдет у нас. Будет замечательно. Ну, единственное, что развязку, конечно, я думаю, все-таки нужно будет переделать тогда на все, на ту сторону. Поэтому будет как-то так у нас. Вот, друзья мои, ну что ж, пока мы на этом серию с вами давайте завершим. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчики. Ну а мы с вами увидимся уже в следующей серии. Всем до скорого и пока-пока.